склеенные в одну линию стоящие по стойке смирно петроградские фасады пастельными тонами оттеняли нависшее над ними мрачное небо. Ливня не будет, но поморосит изрядно. Влага повиснет в воздухе, намокнут дома, раскроются зонты, захлюпают галоши. Мальчишки-газетчики спрячут под узкие курточки пачки газет, чтобы не рисковать заработком. Но выкрикивать бойкие заголовки будут, как и раньше, громко и отрывисто, чтобы быстрее продать последние новости. Пожар на песках, есть жертвы, французский посол принят в Зимнем дворце, австрийская армия начала наступление в Галиции, на Митрофаневском кладбище появился призрак божьего странника. Прохожие протягивали в измазанную типографской краской ручонку пятак и получали газету. Новости станут прошлым уже к вечеру, а завтра все сначала. Петербургский дождь, выстроившиеся фасады, крики газетчиков и новости, которые нужно поскорее продать. В Санкт-Петербурге Александр Куприн оказался слишком поздно, чтобы чопорная столица, всегда говорившая с пришлым людом через губу, с готовностью уличной девки пала к его ногам. Писателю было немного за 30, за плечами не слишком удачная военная карьера, закончившаяся в чине поручика, да 7-летнее мыторство в Киеве, где Куприн, не имевший никакой гражданской специальности, перепробовал много профессий и остановился на литературе. Куприн практически не писал крупных произведений по количеству страниц, но ему всегда удавалось в рассказе из пары-тройки книжных листов изобразить целый мир. Сюжеты писателя оригинальны и драматургически крепко скроены. Никаких лишних слов, никаких лишних персонажей. Точность во всем. В описаниях, эпитетах, диалогах. А главное – в смыслах. Читающая публика это заметила сразу, и Петербург мгновенно принял Куприна. В начале 20 века его звали всюду, лишь бы декламировал свои рассказы, читал восторженной публике, которая заваливала сцену цветами. Куприн стал литературной звездой. Его Петербург кажется на вид простым и обыденным, но в купринской столице город – это всего лишь место действия, декорация, описанная с репортерской точностью. Куприну город сам по себе не интересен. Ему интересны люди, которые действуют в этом городе. Коротенький рассказ. «Куст сирени», который Александр Куприн написал в 1894 году, это виртуозный шедевр совсем еще молодого писателя. В тот год Куприну исполнилось всего-то 24 года. А какое знание жизни? Какая драматургия всего на нескольких страницах рассказа, ясность мысли и чистота языка. Адресов в рассказе нет, но есть указание на точное место, где эта история началась и где так счастливо закончилась. Английская набережная, дом 32. Бывшее здание коллеги, а затем Министерство иностранных дел, где трудились фон Визин, Грибоедов, Пушкин, Кюхельбекер. В 1828 году министерство отсюда съехало, а через несколько лет после небольшой перестройки сюда вселилась только что образованная Николаевская академия Генерального штаба. Слушатель ее Николай Евграфович Алмазов, главный герой рассказа Куприна «Куст сирени». Алмазов – молодой, небогатый офицер, слушал лекции в академии Генерального штаба и теперь только что вернулся оттуда. Он сегодня представлял профессору последнюю, самую трудную практическую работу – инструментальную съемку местности. До сих пор все экзамены сошли благополучно, и только одному богу, даже не Алмазова, было известно, каких страшных трудов они стоили. Начать с того, что самое поступление в академию казалось сначала невозможным. 2 года подряд Алмазов торжественно проваливался, и только на третий упорным трудом одолел все препятствия. Не будь жены, он, может быть, не найдя в себе достаточной энергии, махнул бы на все рукою. Но Верочка не давала ему падать духом и постоянно поддерживала в нем бодрость. Академия Генерального штаба просуществовала больше полувека. В 1901 году она получила
собственное, специально построенное для нее здание на Суворовском проспекте. Само же заведение для подготовки старых офицеров императорской армии было самым демократичным из всех военных школ России. Здесь не существовало сословных ограничений и закрытых списков. В академию, предназначенную для навязчивого распространения знаний в армии, мог поступить всякий офицер, чином не выше капитана или штабс-капитана гвардии, артиллерии и саперов. Для поступления в академию нужно было сдать всего два экзамена. Один при штабных корпусах по месту службы, второй непосредственно в Санкт-Петербурге. На момент написания «Куста сирени» в ней обучалось около 300 человек. Во время Первой мировой войны практически все командующие фронтами и армиями, командиры корпусов и дивизий были выходцами Академии, возможно, соучениками героя рассказа Куприна, офицера Николая Алмазова. Любая армия сильна даже не своими солдатами, а совершенно точно сильна своим офицерским составом. Потому что офицерский состав является образцом для подражания в плане моральных качеств, образования, в плане преданности своему государю. Не все поступившие в академию добирались до ее окончания. Окончить ее было вполне престижно. Преподаватели набирали в академию самых грамотных, самых достойных. Очень гордились выпускники академии тем, что они смогли закончить такое учебное заведение. Николаевская академия – высшее военное заведение Российской империи. Успешно окончить академию – значит попасть в элиту Российской армии. С 1832 по 1918 год из академии выпустилось 4500 человек. А за 20 лет, с 1881 по 1900 год, 913 человек отчислено было. То есть можно представить, сколько людей пришли туда с мечтаниями, пробились с трудами и мгновенно это теряли. Главный хит петербургских литературных салонов начала 20 века – шпионский рассказ «Штабс-капитан Рыбников». Это произведение Куприн читал на бис повсюду – в салонах, в ресторанах, в студенческих аудиториях. Актуальные темы и, как всегда, драматургически безупречный сюжет приковывали внимание. А Куприн был этому особо рад. Именно в это время писатель, живший без году недели в Петербурге, стал кандидатом в депутаты Первой Государственной Думы Российской империи. При этом Куприн был кандидатом не от родной Пензенской губернии, не от Москвы, где он вырос и учился, не от Киева, где он публиковал свои первые серьезные произведения, а от Санкт-Петербургской губернии. Хитроумные политики, проводившие предвыборную агитацию, быстро смекнули. Популярный писатель, яркий рассказчик и модный персонаж добавит популярности партийному списку. Куприну такое внимание нравилось, и он был готов стать рекламным паровозом на исторических выборах. Правда, депутатом он не стал, что к лучшему. Писатель должен писать, а грязь политики таланту противопоказана. Душу опустошает и литературный слог портит. Ресторан Давыдова или знаменитую Давыдку Александр Куприн любил больше всех питейных заведений Петербурга. Ведь здесь, в доме номер 7, по всегда шумному и запруженному повозками и первыми автомобилями Владимирскому проспекту собирались сплошь его друзья и единомышленники, которых называли писатели и журналисты народнического толка. Мамин Сибиряк, Чуковский, Леонид Андреев. Любимую Давыдку Куприн вывел под новым названием «Слава Петрограда» в блестящем шпионском рассказе времен русско-японской войны «Штабс-капитан Рыбников». Перед тем, как ехать на бега, Щевинский завернул в маленький темный ресторанчик «Слава Петрограда», где обыкновенно собирались к 2 часам дня для обмена мыслями и сведениями газетные репортеры. Это была довольно беспардонная, веселая, циничная, всезнающая и голодная компания. И Щевинский до известной степени аристократ газетного мира к ней, конечно, не принадлежал. Его воскресные фельетоны, блестящие, забавные, но не глубокие, имели значительный успех в публике. Он зарабатывал большие деньги, отлично одевался и вел широкое знакомство. Но его хорошо принимали в «Славе Петрограда» за его развязный острый язык и за милую щедрость,
с которой он сужал братьев-писателей маленькими золотыми. В ресторане Давыдова было два входа и два зала. Первый для посетителей победнее, которые, не снимая одежды, не ведя светских бесед со швейцаром, шли прямо к стойке, заказывали выпивку, дешевую закуску, быстро поглощали то и другое и уходили прочь по делам. Второй зал для тех, кто побогаче. Там был гардероб, усатый швейцар из бывших солдат, вежливый, внимательный, отдельные кабинеты и самые расторопные в округе официанты. Ведь пишущая братья была готова с радостью прокутить и весело только что полученный гонорар. Как всегда, братья-писатели сидели вокруг длинного стола, торопливо макая перья в одну чернильницу, быстро строчили на длинных полосах бумаги. В то же время они успевали, не прекращая этого занятия, поглощать растягай, жареную колбасу с картофельным пюре, пить водку и пиво, курить и обмениваться свежими городскими новостями и редакционными сплетнями, не подлежащими теснению. Кто-то спал камнем на диване, подстелив под голову на свой платок. Воздух в кабинете был синий, густой и слоистый от табачного дыма. Было у него еще другое интересное прозвище – Капернаум. Капернаум вообще это древний город в Галилее, и переводилось его название как «Дом утешения». Тут такая двусмысленность, что народ приходил в ресторан утешиться, видимо. Но в целом в обиходе Капернаум было название кабака или даже публичного заведения. Так вот, древний исторический город, где очень много чудес сделал Иисус Христос, в Петербурге превратился вот в символ чего-то непотребного. Про ресторан сохранилась одна забавная история. Григорович завел туда поэта Федора Тютчева. Федор Тютчев через минуту бежал из Капернаума, забыв там свою шапку. Когда они вошли в зал, оказалось, что один журналист сидит верхом на другом журналисте, а тот скачет по залу, изображая кавалерийскую атаку. Первая мировая изменила Куприна. Он любил родину. Но теперь патриотизм стал смыслом его жизни, как у всякого порядочного человека, когда враг не просто стоит под твоей дверью, а ломится в нее и метит не словами и лозунгами, а пулей и штыком в твоих родных. В газетах писатель агитировал за военные займы, а у себя в Гатчинском доме открыл небольшой военный госпиталь. Куприна даже призвали на войну. Но здоровьем он уже тогда был слаб, а потому его скоро комиссовали. Вернувшись с фронта, Куприн вновь стал много писать. В его рассказах стало больше Петербурга. Большевиков Куприн не принял. Они были ему отвратительны животным стремлением к власти и звериной жестокостью, хотя звери никогда столь массово не убивают представителей своего же вида. По взглядам он был близок к эсерам, но не тем, что входили в боевые организации, а мирным социалистам-революционерам. Но и эти эсеры при новой власти были обречены. Куприн работал в Гатчине журналистом, но в Петроград часто наведывался. Он пришел на прием к Ленину с предложением издавать специальную газету для деревни под названием «Земля». Однако деревня интересовала большевиков на словах. Газету не учредили. А Куприна посадили в тюрьму на 3 дня, выпустили и включили в список заложников. То есть в любой день могли пустить пулю в лоб. Куприн не стал ждать и ушел к белым. Там не воевал, а занимался журналистикой. Но и рассказы не переставал писать. Персонажей селил, естественно, в Петрограде. Город ему был все-таки близок, почти родной. Не Ревель или Хельсинки, через который, в конце концов, писатель попал в Париж. Он говорил, что ужасная вещь, братоубийственная война, но отношение к солдату разное. Вот для красных солдат это пушечное мясо. А для белых, для северо-западной армии, он брат, товарищ, русский. Поддерживать его надо. Войну надо закончить обязательно, чтобы потом отдохнуть, чтобы все встало на свои места. Новую власть он называл Сабдепи и не принял ее совершенно, и вынужден был в конечном итоге эмигрировать. Писатель он был насквозь русский, хотя он достаточно успешно продолжал заниматься литературным творчеством, написал еще ряд замечательных произведений, но отрыв от родины чувствовался, и он через 15 лет написал прошение, чтобы ему разрешили вернуться в СССР.
Сталин такое согласие дал, и Куприн вернулся в те места, из которых вот он бежал после гражданской войны. Такое замкнулось вот кольцо. Признал ли он советскую власть по-настоящему или нет, трудно сказать, но то, что ему без России жить было сложно, это действительно так. Рассказ «Царский писарь» Куприн написал в 1919 году, когда служил в армии генерала Юденича и редактировал газету «Приневский край». В рассказе нет ни слова о революции, о большевиках, которых писатель не жаловал. Ни слова о красном терроре, жертвой которого классик сам едва не стал. Его арестовали, держали трое суток в тюрьме, а потом включили в список заложников, которых могли расстрелять в любой момент. Героем рассказа «Царский писарь» является старик Кузьма Ефимович, который помогает жалобщикам и просителям красиво и верно писать их просьбы и передавать куда следует. Этим он занимается не дома, не в конторе, а в пивной, потому что Кузьма Ефимович давно на пенсии и, кроме написания бумаг, рассказывает истории своей жизни. Его слушали, ему верили. А если Кузьма Ефимович не приходил, все думали, не помер ли. Тогда на углу Фонтанки и Чернышева переулка существовала пивная лавка, невзрачная снаружи, темноватая внутри, но бойко торговавшая старой Баварией, которая бесплатно подавалась 5-6 крошечных блюдечек с заедками, пряничками, мочерным горохом, снитками, строганной воблой, ржаными сухариками и микроскопическими ломтиками кобылячьей колбасы. А гордостью заведения были свежие раки, варившиеся очень вкусно, с перцем, луком, лавровым листом и громадным количеством соли, и потому требовавшие к себе великого пива. Кузьма Ефимович был там постоянным ежедневным посетителем, лет должно быть уже более 30. Здесь он с суровой надменностью жреца принимал своих клиентов, тех маленьких людей, кому надо было подать к высоким людям деловую или просительную бумагу, изложенную в одном длинном курчавом предложении и написанную великолепнейшим почерком. Чернышев переулок сегодня называется улицей Ломоносова. И только одно здание на его пересечении с Фонтанкой подходит под литературный адрес пивной, где властвовал Кузьма Ефимович. Это доходный дом номер 12 по улице Ломоносова, построенный в стиле эклектика архитектором из немцев Фридрихом Августом, а на русский манер Александром Ивановичем Ланге. Этот дом принадлежал госпоже Кудрявцевой. Верхние квартиры, барские квартиры, она сдавала в наем, а внизу находился магазин и пивная, та самая, где сидел Кузьма Ефимович и выводил идеальным писарским почерком, новым пером номер 86 на брестольской бумаге, идеальное прошение, ответить отказом, на который у чиновника не поднялась бы рука. Советская пропаганда эмигранта Куприна изничтожала. А близкие к Кремлю политически верно натренированные литературоведы писали, что за границей некогда талантливый русский писатель из бывших опустился. Только и делает, что беспробудно пьет и ровным счетом ничего не пишет. Это была неправда. Куприн писал также много, но петербургских декораций в его рассказах становилось все меньше. Ведь он помнил только старые декорации, а новых и видеть-то не хотел. В 1937-м страдавший от рака Куприн вернулся на родину умирать. Его не стало через год, и власть страны Советов начала посмертно делать писателя своим. Правда, это было непросто. Петербург Куприна с его людьми не накладывался, как прозрачная калька, на облик города трех революций с именем Ленина. Это были два разных города. Один умер, а другой жил совершенно иной, не купринской жизнью. Да и некоторые рассказы Куприна вроде бы даже клеймили дурость царизма. Но читатель ведь мог понять, что дело тут не во власти, а в дурости. Власть-то в России поменялась, от царя избавились, а вот дурость-то куда денешь? Она просто из царских министерств переехала в советские, из Петрограда в Москву.
Роль Министерства финансов во время правления любого императора, да при любой власти, очень велика, потому что только при сильной экономической структуре государства может развиваться и культура, и наука, обеспечена будет положительная внутренняя и внешняя политика. Министерство деятельность свою показывает миру через главное свое лицо. Главное лицо – это министр финансов. Министерство финансов в России приобрело особую значимость, когда это учреждение возглавил Сергей Юльевич Витте. Витте пробивал строительство Транссибирской магистрали. Витте же был инициатором винной монополии. Витте, наконец, провел денежную реформу. В конце концов, и Витте участвовал в подписании мирного договора с Японией после войны, которая закончилась для России неудачей. Получил титул графа и ехидное прозвище граф Полусахалинский, поскольку Россия Полусахалина уступила. А Куприн в рассказе «Папаша» иронизирует над министром. И в какой-то мере, видимо, там черты Витте ему приданы, потому что в министерство приходит новый министр и приходит как либерал. Карло Росси потратил 10 лет своей жизни, чтобы здесь, на Дворцовой площади, сотворить шедевр. Двукрылое здание главного штаба, строившегося с 1819 по 1829 год. Западное крыло было отдано, собственно, главному штабу, а восточное делили два ключевых министерства – иностранных дел и финансов. Именно здесь, в Министерстве финансов, на Дворцовой площади, очевидно, трудился главный герой рассказа «Папаша», генерал, которому на голову свалился бюст французского философа Монтескье. Генерал, очевидно, не был вовсе генералом, а прозванный так за то, что должен был в министерстве строго и беспрекословно руководить. Выглядел новый начальник тоже весьма необычно. Во время приема он был одет в светло-серый костюм с темно-лиловым галстуком, а из верхнего бокового кармана высовывался кусок темно-лилового платка в тон галстука. А ботинки на нем были желтые, почти спортсменские, с двойной американской подошвой. Но хуже всего было то, что министр вел себя с подчиненными по-свойски. Сверхурочный труд отменил, от лишних бумаг избавил. Папиросами угощал и даже дело производителя пропускал впереди себя в гардероб. Молодые желторотые регистраторы могли запросто войти в кабинет генерала и развалиться там в глубоких креслах. Неслыханное дело. Власть потеряла авторитет и уважение. А когда молодой чиновник случайно назвал генерала папашей, то начальство и вовсе обратило это в смех. И тут на голову министра свалился всей своей тяжестью мраморный Монтескье, которого папаша самолично водружал на полку. Генерал слег на неделю, а вернулся уже совсем другим человеком, настоящим министром, а не какой-то там демократической размазнёй. Когда после болезни он вошел в грандиозный вестибюль исторического здания, в котором уже много сотен лет решались судьбы пятой части земного шара, то произошло нечто неслыханное, несказанное и неописуемое. Голосом, которому мог бы позавидовать любой командир кавалерийской дивизии или московский брандмайор, рявкнул генерал на почтенного мордастого, убеленного сединами, с иконостасом на груди швейцара Андрея Ванифатьевича. «Ты как, подлец! Снимаешь пальто, каблуки вместе, заелся на сытых хлебах, вон отсюда в 24 часа, в 4 часа, в полминуты, вон! С волчьим паспортом в арестантские роты каналью закатаю». Когда на страшный раскат генеральского голоса скатились с лестницы горошком вице-директора, начальники, столоначальники, делопроизводители и все секретари, и все большие и маленькие чиновники, тогда генеральский гнев окончательно прорвался и хлынул точно задержанная и мгновенно прорвавшая преграду Ниагара. «Бездельники!» – кричал он, вращая кровавыми глазами, сжимая кулаки топой ногой. «Точно школьники! Стоит от вас отвернуться, и никто ничего не делает. Затылком к делу сидите». Все это случилось в давно прошедшие, чуть ли не гоголевские времена. Но до сих пор экзекутор и швейцар, нюхая табачок, спорят о том, когда был папаша сумасшедшим. До бюста или после бюста великого знатока духа законов Монтескье.